Телеканал Миколаїв. Мікс Файт Промоушен. М-Стар Продакшн. Презентують. Мікс Файт. Всім привіт! З вами програма Мікс Файт та я її ведуча Валерія Нестеренко. У нашій програмі ви побачите найяскравіші поєдинки з турнірів Мікс Файт Промоушен. Сьогодні ми з вами побачимо бій Дмитро Солопов проти Дмитра Продана. Давайте знайомитися з нашими бійцями. Вага 66 кілограмів. Дмитро Солопов. Київ. Скажите, Дмитрий, как вы готовились к бою? Вы знаете, прошли сбор хороший в Тернополе. Пригласили ребята. Было очень весело. Три недели было. Одна неделя была в горах. Просто мы отдыхали там, бегали кроссы, делали спуск по Днестру. И две недели был грэплинг у нас. Был ММА полнейший. Ну, как бы, знал соперника по видео. Ну, как бы, до этого раньше не встречались. Ни разу не дрались. Интересный парень, как бы, смотрел его бои. Очень такой непредсказуемый, как сказать. Ну, будет видно, как бы клетка покажет. А что больше отрабатывал, нападение или защиту? Я больше по борьбе готовил. Ну, там как бы и атака, и защита, они, ну, если образно сказать, то они равны друг другу. То есть, ну, я рассчитываю на партер. Что даже ожидаешься от боя? Хочу быстро победить. Быстро, быстро. Все будет быстро. Спасибо большое. Дмитро Продан, Одесса. Сегодня с нами Дмитрий Продан. Дмитрий, скажи, пожалуйста, как ты готовился к бою? Усиленные тренировки, режим? Или ты ложишься спать, когда тебе угодно, и кушаешь сколько хочешь? Много сладкого, наверное, да? Да, очень много. Я люблю сладкое, кстати. Готовились очень усердно. Так, ну, делали упор больше на борьбу. Так как мы знаем, что наш соперник борец. Мастер спорта по грэпплингу, ну, вообще хороший парень. Ты до этого знакомился с его историей бойцовской, или ты был знаком с ним до этого? Нет, знакомился чисто по видео, через интернет, посматривали бои несколько, и все. Видеосигнал. Есть ли у тебя какие-то суеверия? Делаешь ли ты что-то перед боем, из-за чего после этого ты себя выигрываешь? Или, может, ты что-то с собой берешь такое, без чего просто на ринг ты не выходишь? Да нет, просто верю в Бога, верю в себя, тренируюсь усердно, так что нет никаких сомнений. Спасибо за внимание. Что ж, хлопцы побачили та почули, а теперь давайте дивитися бій. Нога, не спеши. Смотри, сейчас. Дергай, левой ручкой дергай. Не спеши. Смотри, четко будет руки, брат. Будет видно ручку. Пойдет, работай, Димон. Левую ножку вставляй, левую вставляй. Не дай ноги. Они обновились! Ну
Дима, разворачивайся. Разворачивай, разворачивай таз. Разгребай, разгребай, таз разворачивай. Давай!
Пиши! Не дай, запусти! Три минуты, 33 секунды. Удушающим приемом победу одержал Дмитрий Солопов! Привет! З вами була Валерія Нестеренко. До зустрічі у наступній програмі «Мікс Файт».